Мертвая Люси. Самая печально известная королева моря Хорст Шубея носила свою корону всего одну ночь. Говорят, ее призрак до сих пор в нашем городке. Но я не верю в призраков. Я верю в поиски правды. Дрю, клэм чаудер за восьмой столик. Загадки есть повсюду, и я обожаю их разгадывать. На помощь! Но внезапно жизнь подбросила мне настоящую загадку. Ну и что вы пятеро можете сказать от канала, создавшего Ривердейл? Передо мной местная бестолочь, бывший зэк, городская пижонка и... Нэнси Дрю. Почему она звала ее по имени? Она любила усложнять мне работу. В смысле делать ее за вас? Светская львица убита накануне парада. Мы должны быстрее раскрыть это дело. В подобных делах нужно присматриваться к мужу. Ты думаешь, он убил свою жену, и ты проникла в его дом? А ты что там делал? Следил за мной? В октябре. Не надо. Пожалуйста. Нет. Тиффани Хадсон убила привидение? И не какое-нибудь, а мертвая Люси. Да. Это точно она. Скорее, точно не она. На нее никогда не сваливали убийство. В отличие от нас. Не верится, что я упускала все это из виду. На самом деле, секреты есть у всех нас. Каждый под подозрением. У меня столько вопросов. Доказывая ее невиновность, ты только усилишь подозрения. Люси Сейбл умерла. Теперь ты спасайся от убийцы. Найди платье, найди платье, найди платье. Нэнси Дрю. Смотрите на Lost Film TV.